Меня зовут Екатерина Плюто, я работаю на цикличном комбинате овощеводом. Просыпаемся рано на работу. В зимний период к 8 часам набираемся на работу, в летний период к 6:30. Приходим на работу с утра, естественно, радуемся своим растениям, какие огурчики красивые выросли, с выходного особенно. И в зависимости от количества огурца и качества, у нас зависит зарплата. Чем больше и лучше огурец, тем, естественно, больше зарплата. Я работаю в звене нижним овощеводом. В мои обязанности входит выборка огурца, удаление листа, внекорневые подкормки, наведение и поддержание чистоты на участке, сборка коробок. Как я заметила, наверное, от настроения зависит все. Даже и рост огурца, потому что я в настроении, я его выбираю с хорошим настроением, я режу лист с хорошим настроением. Когда ухожу на выходной, я оставляю своим огурцам мысленное напутствие, чтобы выросли хорошие, красивые, чтобы я пришла с выходного, у меня был очень хороший урожай. В коллективе у нас в основном одни женщины. Девочки у нас хорошие, мы дружим, помогаем друг другу, не враждуем. С мужчинами работать легче и интереснее. Но так сложилось, что женщины у нас все хорошие. Так что с женщинами работать тоже оказывается легко. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.